Дворняги, полукровки, метисы – это собаки смешанной породы. У них нет чистых дворянских кровей. Они не получат медали на престижных выставках, но они совмещают в себе лучшие собачьи качества – ум и преданность. Все, что вы ищете в собачьем компаньоне, вы можете найти в собаке смешанной породы. Уже 2 года в приюте для безнадзорных животных ждет свою семью Снежка – метис Лайки. Добрейшее создание, готовое облизать каждого, кто ее погладит. Очень послушная, очень любвеобильная собака, которая залюбит и залижет всех, и детей, и других животных. И ей, конечно, нужен дом. Снежка очень хочет домой. Возможно, в свой собственный частный дом с большим садом, где она сможет... Она очень активная собака. Ей нужно бегать, прыгать и проявлять всю свою любовь. Вместе со Снежкой в приюте живет Булька. Собака сложная, с непростой судьбой. Следы пережитых невзгод отразились в виде шрамов на ее морде. Булька – смесь стаффа с питбулем. Отдать ее волонтеры готовы только людям, которые понимают все нюансы этих пород. В общем-то, добрая, но с другими собаками нельзя, с другими животными ее точно нельзя, опять же таки, из-за сложностей в прошлой ее жизни. Собака тоже сейчас стерилизованная. Под опекой волонтеров сейчас 29 собак, в основном дворняжки или метисы. Все они привиты, кастрированы или стерилизованы. Фото всех собак есть в группе «Приемник для животных, зато верный друг, город Саров, ВКонтакте». Сам приемник пока закрыт для посещений из-за ремонта, но волонтеры проконсультируют по всем вопросам. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.